Всем большой привет! Сегодня будем готовить яркую и вкусную закуску на праздничный стол. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 5 вареных яиц натираем на мелкой терке. На этой же терке трем 3 плавленых сырка. В полученную массу выдавливаем 3 зубчика чеснока. Перчим и солим по вкусу, а также добавляем небольшими порциями 2-3 чайных ложки майонеза. Важно не переборщить, масса должна получиться густой. Дальше из полученной массы формируем шарики размером примерно с грецкий орех. Руки и тарелку необходимо смочить водой. Затем в подходящую мисочку высыпаем по 1 чайной ложке семян льна и кунжута. Хорошо их перемешиваем и обваливаем в этих зернах несколько сырных шариков. Дальше берем измельченный свежий укроп и повторяем процедуру с шариками. Чтобы разнообразить вкус и цветовую гамму закуски, нам также понадобится 1 чайная ложка молотой сладкой паприки, 1 столовая ложка кокосовой стружки, 1 чайная ложка куркумы. Готовые разноцветные шарики выкладываем в произвольном порядке на застеленную листьями салата тарелку и подаем к столу. Вот и все. Яркая и вкусная закуска на праздничный стол готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.